Всем привет! Сейчас у нас лето. Ну, поскольку лето – это сезон пикников, я решила устроить пикник. Ну вот я наконец-таки докрутила это место назначения. Ну, поскольку сегодня пасмурная погода, я не взяла ни очки, ни кепку. Но если будет хорошая погода, очень вам рекомендую взять и очки, и кепку. А еще лучше солнцезащитный крем, но я села в тенек, и поэтому я не взяла его. Значит, что надо с собой взять для пикника? Я взяла с собой мячик, чтобы было весело, чтобы в него можно было поиграть. Для хорошего настроения обязательно возьмите с собой животного. Я взяла с собой Мотю. Это моя крольчиха по имени Мотя. Дальше я взяла обязательно влажные салфетки и сухие, на всякий случай, поскольку можно испачкаться. Вот мои салфеточки. Как же может быть пикник без пледика? Я взяла себе вот такой вот праздничный пледик. И я его сейчас постелю красочной стороной. Пожалуй, не белой, а фиолетовой. Нужно обязательно хорошее место, чтобы это не была гора с таким резким склоном, чтобы это было обычное такое место. Лучше всего садиться в тенек, я по дереву. Теперь нужно все расставлять. Я взяла с собой корзинку, где я себе сделала сэндвичи. Тут я взяла два хлеба, потом ветчину, помидор и салат. Вот мои сэндвичи. Я их положу на салфеточку. Я их обернула фольгой, чтобы не испачкались. Тут один пострадавший. Вот так. Дальше я взяла с собой овощи. У меня такая корзинка, тут у меня находится огурец, яблочки, помидорчик, лимон и апельсинки. По-моему, есть на природе, это то, что доктор прописал. Можно взять на пикник свой любимый напиток, но мой любимый напиток – это вода. Я взяла картонный стаканчик, а не пластиковый, поскольку я забочусь о природе. Если у вас нет специальных подставок под стаканчики, можно взять любое приспособление, которое может держать. К примеру, это книга или еще что-нибудь. Поскольку я очень люблю рисовать, я нарисовала вот такие вот конфеты. Это эклер. Потом я нарисовала вот такую вот пироженку. Мороженка. И еще одна мороженка. Я очень люблю ванильный пломбир. Я сделала чупа-чупс, пончик. Я тоже очень люблю пончики, особенно шоколадные. Потом я сделала вот такую вот конфетку. Еще один леденец, еще одну конфетку и еще один леденец. Ну и как же я не возьму настоящие конфеты? Я их накрыла вот таким вот стеклянным колпаком, чтобы насекомые не летели внутрь. А тут у меня клубничка, эклерчики и такая корзиночка. Кстати, я люблю все сладости, особенно мороженое. И какие у вас любимые сладости? Я взяла еще клубнику. Я люблю есть клубнику со сливками. Поэтому я на краешке тарелочки. Вот так. Теперь это будет вкусняшечка. Теперь приступим к поеданию. Я начну вот с такой вот... Нет, не начну. Вот с такого вот эклерка. Он, правда, подтаял немного. Ну, ладно. Вот. Теперь я попробую брауни. Это такое шоколадное пирожное с сгущенкой наверху. Теперь клубничка. На английском языке. Я понимаю английский, поскольку я учусь в английской школе, но можно еще взять с собой любую книжку на русском языке. Я люблю этот комикс, потому что тут есть много развлекательных вещей. Сейчас найду. Тут можно переворачивать страницы, как небольшой мультик. Вот. И получается вот такая вот история.
при этом она жива. Я люблю читать комиксы и различные книги. А какая ваша любимая книга? Пишите в комментариях ваши ответы. Еще я очень люблю слушать музыку. Я взяла с собой колонку. В последнее время мне очень нравится Дуа Липа. И моя любимая группа, это русская группа Ленинград. Можно дальше устроить небольшую дискотеку на природе. И она живет своей жизнью. Ладно, и в общем, главное, чтобы вы никому не мешали. И поэтому я пошла в место, где никого нет. Ну ладно, почти. Ну вот, можно потанцевать. Ой. Ну ладно, лучше не плюхнуться в озеро, поэтому я, пожалуй, не буду танцевать. Я очень люблю ходить босиком по траве. Не буду вас пугать, но, конечно же, там могут быть клещи, клопы, поэтому лучше смотреть под ноги. Вот так это выглядит. Можете взять с собой немного хлеба, чтобы покормить птиц, уток, там, рыб. И особенно все дети любят лазить по деревьям. Я тоже очень люблю лазить по деревьям. А еще нужно проверить, чтобы дерево было безопасным. Ну, для этого есть такие толстые сучья, за которые можно хвататься. Если дерево такое хлипкое, маленькое, то лучше не залезать. Мне об этой игре рассказала бабушка. Не нужно ничего брать с собой, и вообще в поле всегда растут вот такие вот колоски. И вы можете, к примеру, спросить тем, с кем вы пошли на пикник. В данный момент это крольчиха, которая не хочет сниматься. И я, к примеру, спрошу человека, петушок или курица? Но я скажу сама себе курица. Сейчас посмотрим. Да, это курица, поскольку все хвостики, они равны, и никто сильно не выделяется. А если это был бы петушок, сейчас найду какого-нибудь, вот этого, то хвостик должен торчать вот так вот. Значит, это петушок. О, Мотя прибежала. Мотя, иди ко мне. Нет, это моя крольчиха Васильда. Ей уже 11 лет. Маленький декоративный кролик. С ней можно поиграть. Навряд ли она захочет играть, и покормить ее травкой. Можно еще поиграть с кроликом в догонялки. Отпускаем кролика на лужайку. И... ну вот. Гоняем мочи. Я очень люблю кувыркаться, делать колеса. Но, к сожалению, я не взяла с собой штаны. Но можно еще поиграть в сосиску. Один человек ложится, другие стоят, он катается, другие через него перепрыгивают. А еще можно сделать травяного ангела. Еще можно взять с собой мячик. Можно с ним поиграть. Теперь можно поиграть с ним на перегонки. Как мы это делаем? Кидаем мячик и пытаемся догнать его. Вот так. Теперь настало время собираться. Поскольку я не могу тут целую ночь проводить. Лучше собираться, когда еще не слишком темно, чтобы все увидеть. Я складываю плед так, чтобы он поместился в этот ящик этого безумного велосипеда. Кладем его обратно. Почему он кладем сначала плед? Потому что это самая большая вещь, в принципе, в нашем пикнике. И чтобы его сверху не класть, и он не мешался. Потом я складываю мочу. Кладем мочу туда-обратно. Затем я положу что-то плоское, это у меня оказалась книга. Мотя, ну подвинься, тут книга должна лежать. Я тебя положила на свое место, вот зачем ты ушла? Я положила книжку, ладно. Положим бутылку воды. Я положу колоночку вот так, чтобы все было ровненько, идеально, хорошо. Дальше я положу фрукты. Ничего не было. Не забудьте... Какая сумасшедшая птица! Она кричит, почему та не шла? Ладно, положим корзинку. Что это за птица? Не оставляйте, пожалуйста, мусор, поскольку это вредит окружающей среде. И стаканчики, которые разлагаются, тоже не стоит оставлять. Их можно просто выкинуть или переработать. Не выкидывать на природу, выкинуть в мусорку. Ну вот, после меня все осталось в первозданном виде.
Берегите природу. Теперь пора ехать домой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик. Пока-пока!